Всем привет, друзья! По просьбам многих гостей моего канала я решил сделать это видео для того, чтобы разъяснить, что означает буква R в маркировке шины. Потому что многие до сих пор думают, что это означает радиус. Но это не радиус. Это означает, что это шина радиальная. Есть шины диагональные, есть шины радиальные. В чем же основная разница? Я не буду вдаваться в подробности, но я вам скажу так. Диагональные шины — это, как правило, шины, которые идут под камеру. Они имеют больший вес. Соответственно, эти шины применяются в основном на технике специального назначения. А радиальные шины, как правило, используются на бескамерных колесах и на обыкновенном легковом транспорте. Если вам попадется шина без буквы R, как правило, эта шина используется под камеру. То есть не на каждое колесо можно ставить. Диагональная шина считается не очень высокого качества, потому что, во-первых, она имеет больший вес, во-вторых, она имеет большое сопротивление качению. Получается так, что если вы будете ездить на диагональной шине, у вас будет повышен расход топлива. Радиальная же шина, она более мягкая, более эластичная. Соответственно, вы будете ездить с максимальной экономией по топливу и, соответственно, с максимальным комфортом. Я думаю, что я многим помог разобраться в этом вопросе. Если кому-то это понравилось, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. И всем пока!